Всем привет, с вами Нубикубик и... И Владус Бармелан. Владус, где мы с тобой оказались? Это что за фигня? Поко, Бравл Старс? Я понял, я кажется, понял все. И что же это? Мы сегодня будем строить Поко в Майнкрафте, прям вот да, этого чела. Да ну нафиг, самого следующего Поко Бравлера из Бравл Старса в Майнкрафте будем строить, да-да-да. Всем... Да, чай, такого Поко нафиг забабался. Я только что хотел сказать, всем привет еще раз. Зачем, я же только что уже поздоровался. Да, ты дурак, короче, потому что если вы не поняли, это новая битва построек. И, кстати, да, хотел вам сказать то, что у нас появилась новая арена. И она такая очень вообще красивенькая, бомбезная и просто вообще ляпота. Владус, ну что, ты готов уже нашего Бравлера строить? Да, не, я не готов. Смотри, видишь цвет шерсти этой, а? Так, и что-то с ним не так, да? Мне кажется, его не нужно немножечко изменить. Его надо вот как-то вот кликнуть на него, он станет серым, понимаешь? Ага, так, ну давай подумаем, как мы с тобой это сделаем. Есть идеи? Ну смотри, есть кнопка подписаться, выглядит точно таким же цветом, ребята. Точняк, почему я сразу же этого не понял? Вам нужно просто нажать на кнопочку подписаться, если она у вас красненькая, чтобы сделать ее вот такой вот серенькой. Точнее, вот, наверное, такой серый, вот такой, это вот изи, с одного клика делается. Да, вообще, а еще нужно обязательно просто поставить лайк и досмотреть это видео до самого конца. Спорим, что вы не сможете этого сделать по-любому. Владус, а не мы смогут, с тобой... Не смогут, не смогут. Погнали сразу же строить постройку за $1 нашего Поко. Вон там, вдалеке вы видите моего Поко, но пока что я вам показывать его не буду. Телепортируемся и бежим на постройку Владуса. Так, а нас с этой стороны пока что немного непривычно. Все, Владус, я уже бегу к тебе. Смотрите, кстати, какая у нас арена красивенькая. Вот я вам покажу ее заодно. Владус, ну что, давай, показывай свою построечку. Та-та-та-та-та. Где она? А, ё-моё. Я же испугался. Так, Владус. Вот же. А почему ты построил какого-то не Пока? Херабрина, с какого фига? Он только страшный. В смысле? У Пока вообще-то глаза белые, ты не знал? А, да? Подожди, я не помню. Да? Я помню то, что у него такой типа череп и гитара. Самое-самое главное, что? Естественно. Мне кажется, он похож не на Пока, а на печеньку из Шрека, понял? Вот это большая. А мне кажется, что он похож на какую-то девочку, и это у нее. Ты сам понимаешь, что. Сам ты девочка, ты че? А че ты такой сделал? А, это типа у него... Ну ладно, все с тобой понятно, короче. Так, Владус, давай показывай, где у тебя здесь постройка? Она по-любому здесь где-то есть, 100%. Да нету здесь ничего, Кубик. Ты офигел? В смысле? Че ты говоришь? Да? Вон, у тебя же, смотри, какая голова огромная, значит там... Ну-ка, сейчас я быстренько сломаю просто и... Ты дурак! Ну, я даже кто на что горос, я как бы... Вот скажи, у тебя фантазия хотя бы какая-нибудь есть, нет? Зачем ты все время, блин, ставишь туалеты, я не понимаю? Да не все, это ты все время туалет ставишь, ты офигел, Кубик, слышишь? Я такого вообще ни разу не делал. Ну, конечно, не делал. Да ладно, ну в этот раз, Ладус, я решил немного по-другому сделать, и у меня тоже внутри моей построечки есть небольшая пасхалка, погнали быстренько посмотрим. А пока что я буду оценивать твою постройку. Ну давай, пойдем смотреть твою постройку, что ты там подготовил. Подожди, а что, у тебя телепорта нету, что ли? Блин, видимо, придется лететь, черт. В следующий раз мы, конечно же, эту проблему исправим, и все будет вообще бомбезно. Пока что, вот смотрите, еще. А у тебя что, телепорт, что ли? Да, я не знаю, почему у тебя нету. Видимо, какой-то фейл произошел. Ты вот так далеко построил. Это что за Симпсон какой-то? Сам ты Симпсон, зато у него есть хотя бы нормальные глаза, не то, что у тебя, Владус. Ага, а сзади вот это что у него? Владус, этого вообще-то только что не было. Я сам свою постройку строю, я знаю то, что это вот ты. Как будто как мне стираешь опять. Давай сожжем это все дело. Подожди, у меня же здесь шерсть есть, ты дурак, что ли? Он уже спалится весь, блин, у тебя моя постройка. Ладно, давай пока. Опа, я вижу у него что-то во рту там. Что, ты спалил ту самую пасхалочку, да? О, нет. Владус, ты ничего не видел. Главное только... Ты дурак! Дурак, блин, она же сейчас... Ты его просто испепелил. Ты дурак, ты сам поставил, а у меня зажигалка как раз в руке была. Да что ты мне говоришь? Ты только что я скрипт его взял? Ладно, ладно. Нет! Стоп! Не-не-не. Это, знаешь, что я сейчас понял? То, что походу моя постройка теперь ничего не стоит. И в этом во всем виноват! Не, я ничего не делал. Ну, как это, как это, погнали. Я победил, победил. Касаймарс, сейчас ты это точно уничтожил, понял, да? Ну, ты же жара. Вот тот самый неповторимый оригинал Пока из Бравл Старса. Смотрите, какой красивенький, но пока что мы просто телепортируемся и сразу же летим к Владусу. Владус, так, ты что там уже построил? Ты готов или нет хотя бы? Давай, попробуй отыскать меня. Никогда в жизни не найдешь. Я спрятался. Ё-моё, капец, я аж телепортировался и испугался. Это что, у него за ботинки такие, Владусы? Нормальные ботинки, ты меня ты можешь. Ты ему решил такие шнурки, что ли, сделать? Ладно, так. Ой, подожди, у тебя блоки немного сломали, сейчас я быстренько их переделал. Вот так вот, все, нормально. Ты что там ломаешь? Не, Владус, я ничего не ломаю, в отличие от некоторых. Да, держу. Я ничего не ломаю, я только взрываю. Ты меня никогда в жизни не отыщешь, Смотрите, как он найти Владуса. Где же он может быть? Где Владус Мармеладус? Кубики не найдет. Владус, ты какой-то скучный, я просто пойду твою постройку и посмотрю. Так, а вы, кстати, Владуса видели или нет? А то он как-то спрятался очень так хорошо и непонятно.
Ладно, ты чё? Я тебя видел вообще-то. Чё, ты думал, ну, это диски не карты, то значит я тебя не узнаю, что ли? Нифига подобного. Я сныкался вообще как бы по красоте. Так. Смотри, здесь у нас письменный стол. Это стол секретаря Покко. А, я понял, ладно. Смотри, ты такой телефон типа в руки берешь, садишься вот сюда и начинаешь играть, да? Нет, ты чё, как стоп. Ты по этому телефону, ты его увидел вообще? Такой-то даже телефончик есть. Владус, ты реально вчерашний какую-то дичь на этом телефоне, нифига не получится играть, это фига вообще поставил вообще. Это ты сам втер себе дичь, понимаешь? Ты сам это сказал, что на телефоне играть можно, а на нём нельзя, понимаешь? Я просто так подумал, только это просто логично желался, это think about it. Давай. Здесь зрители сидят, ну просто отдыхать. Здесь яркая комната такая, это она как солнце. Ну да, реально яркая, здесь так вообще у тебя много пространства вообще, здесь только бы и отдыхать. Там дальше ничего нет наверху, можно подниматься. Дурак, в смысле? Что тебе сказать, да, дурак. Так в смысле, тогда бы здесь хотя бы вот так вот сделать, чтобы здесь лесенка была, все нормально было бы. Да. Не смотри сюда. И там есть какой-то сундучок. Воу, огнево, бомба, динамайка и алмазы. Че, нафига ты их сделал здесь вообще? Че за фигня, Владус? Ну как тебе объяснить-то? Ты дурак, что ли? Да ты видел, достал! Балы, блин, это вообще-то моя постройка была, я свою сломал. Да. Так в смысле, я хотел ее сделать вообще-то, может, я хотел скриншот сделать на картинку, потом на видосик. Слышишь, скриншот, иди сюда, давай. Владус, тогда теперь твоя постройка стоит ноль. Изи! А чё ноль-то? Не, всё, Владус, это просто изи победа! Смотри, она была настолько крутая, что стоила 2000 баксов. Вот у меня самый настоящий оригинальный полк из Бравл Старс, только не надо его, пожалуйста, взорвать, ладно? Нифига себе, кубик! Да ты дурак, я же тебя просил, ну пожалуйста, Владус, ну будь человеком, не будь жуком! Все, я не жук, смотри, кубик, на самом деле четкая, вот рожа четкую сделала. Да, реально, она просто вообще красивенькая, я предусмотрел вообще абсолютно все мелочи, смотри, у него даже тут есть такие типа очки, как в настоящем Бравл Старсе, да-да-да. Я не помню, какие у него там очки, просто глаза у него такие, как у панды. В смысле, не помню, я же в начале видосика показывал тебе скриншот прямо там вот на экранчике, ты что, уже все забыл, что ли? Да, забыл. О, смотри, я тут наверху, я посижу, почитаю. Смотри, вот у меня была вообще гениальнейшая сделать, как сделать здесь гитару. Смотри, просто какие струны красивенькие, лепота. Нифига себе, ты гений. Да, в натуре. Да зачем ты их ломаешь? Взял и порвал целую струну, блин, дурак. Я хотел поиграть, она сама порвалась. А, ну ладно. Видимо, просто у тебя, ты вообще не умеешь играть на гитаре. Да, где тут вход? Да нету там входа, здесь вход вообще-то нормальный. Ну тогда давай посмотрим, поищем. О, я нашел, в башке ход. Ну ладно, молодец. И смотри, здесь самая настоящая музыкальная комната. Это потому что Покко у нас кто с тобой? Гитарист. Поэтому я решил сделать вот такую музыкальную комнату. Я ломал стекло. Не, фигня. Фигня, согласен. Чё, да, а как наверх-то забраться? Да там ничего нету на самом деле. Тебе нужно просто, ну все, тебе... Слететь, ну да, супер. Ладно, так на самом деле ты должен был здесь быть не в креативе, и тебе здесь сюда нельзя было заходить, и все. А чё? Ага, я кое-что нашел. Да не надо было это смотреть, Владус. Ты почему такой сыщик? Я вообще не понимаю, ладно. Так, ладно, нету секретного хода. Секретного хода нету, здесь нужно было просто сломать вот эту листву, и все. И там у нас лежит. О, тут барли. Просто барли. Потому что полка же у нас с тобой в этой сборке нету, поэтому приходит. Обходиться только барли. Так, все, вот. я барли. Да, ты такой вообще красивенький, молодец. Ну ладно, молодец, как ты оценишь мою построечку? Смотри, у меня есть бомба-динамайка. Нет! Раз. Пожалуйста! Ты куда ее бросил? Он ее в тебя бросил, ты самый настоящий динамайк! Эй! Да не надо было это делать! Теперь моя постройка снова стоит 0 баксов. Ты вообще офигенский какой-то, ладно, Владус! Погнали просто строить следующую постройку. Итак, по стандарту третью постройку за 1 миллион баксов я вам показывать не буду, чтобы вы досмотрели видосик до самого конца. А мы сразу же телепортируемся. Такси-портация к Владусу. Погнали. Так, стоять, кубик. Так. Подожди, стоп, подожди. Чё, куда стой? Если ты лайк не поставишь за 3 секунды, я взорву постройку свою. Раз. Два. Ладно. 2,5. А я лайк уже давно поставил, но сейчас я лайк ставить не буду. Специально, чтобы ты взорвал постройку. Давай, взрывай. Чтобы ты сразу же проиграл. Оба, сейчас взорву, только другую. Ну ты хитрюга. Стоп, подожди, ты что, сделал точно такие реструры? А, так у тебя они еще и там были, ну ладно тогда. А, они еще и там были, ты потому что глупый, не заметил. Офигеть, а что у тебя такой огромный, Владус? Чё, огромный-то нормальный, терминатор. Ну просто, я что-то, мне кажется, что он у тебя какой-то немного большеватый на самом деле, знаешь? Называю покканизатор. Покканизатор, нифига себе. Подожди, а ты что, у него типа зубы такие, что ли, или что за фигня? Ну да, такие клыки, типа, понял? Ну понял, немножко понял тебя. Кусать вот так вот людей, кубик всяких куда. Всех просто уничтожать и побелять. Так, подожди, давай показывай, где у тебя внутри здесь находится построчка. Кстати, гитара у тебя тоже такая красивенькая, вообще ляпота просто. Да конечно, гитара у меня вообще на вес золота, можно ее золотой сделать, вообще бомба будет. Очень оригинально. У тебя всегда вход в постройке в одном и том же месте. Опа-на. В каком это в одном и том же?
в очень таком интимненьком, так сказать. Ну да. Так, Попик, смотри. Короче, у меня тут разруха небольшая, но это ничего страшного. Мы сейчас будем в шашки, что ли, играть? В шашки? А давай поиграем, давай, ну, я тебя выиграю. Я играю за белых, я выиграл, погнали. Я первый выиграл, все, изи. Офигел, блин, ну у нас там шер остался тут на волнике. Я верю, что у тебя какой-то проход есть наверх, ну погнали, посмотрим, что же у тебя там. Ну, как тебе сказать, да там, да там, так, это что здесь такое? Бэтмен? Бэтмен? Какой Бэтмен? Это значит? Что ты про что сейчас вообще сказал? Рыбки, это значит здесь вообще лепота, такая красота просто. Да, тут вообще у Пока на самом деле надо было сделать еще вот здесь вот ему стекло прозрачно, чтобы смотреть вот так вот. А, нифига ты, конечно, какой хитрюга. Ну ладно, сейчас уже поздно, сейчас уже этого всего не переделать, сам понимаешь. Ну да, согласен, блин. Просто погнали еще выше. Нет, ну за то, что я ступил, ты же мне ничего не сделал. Да, естественно, ничего не сделал. Опа, это что за лабиринт из динамитов? Я не понял. Это не то, чтобы лабиринт, в общем, тебе за него нельзя, и вообще ничего не трогай, да? Здесь. А я придумал, как я его взорву. Точнее, как я его пройду. Спокойно. Давай без словечек резких, да? Я без резких словечек, просто мне тут почему-то огнево оказалось в инвентаре. Я сам не понимаю, как это вообще произошло. Вот тогда у меня оказалось, а сейчас ты взял из креатива. Нет, конечно же, ты чего? Да, конечно, гори. Да ладно, Вал, давай показывай, что у тебя там такое происходит. По-любому у тебя там есть кейсик какой-нибудь секретненький, 100%. А, да? Ну, давай посмотрим, давай поищем, попробуй сломать весь TNT. Ты куда его зашкерил вообще? Я не понимаю, Вал, подожди. Да, нету, здесь ничего нету. А, что ты гонишь? Я увидел, только не опадай, Вал, из меня. Так. Нету, кейса. Да дай мне уже до него добраться как-нибудь, ёбаня! Как ты вообще? Нету, да там ничего нету, кубик. Чё, подожди, это что, ты там сделал Пока, что ли, какого-то розовенького, или чё, я не понял. Какой Пока, блин, прямо как у меня, ой. Опа, пойдем смотреть. Это был секрет, о кого нельзя было говорить, ладно, так уже быть. Ну и постройку мы все равно уже до конца досмотрели, и здесь реально был самый настоящий свинозомби, ё-моё. Какое свинозомби, свиностальная броня, как ее можно назвать еще? Можно назвать только зомби. Смотри на руку, посмотри на руку, на вторую, она как лего-человечка, смотри, смотри. О, реально, нифига себе, когда получается в нем можно руль сделать. Ты вот когда лего собирал, ты руль в нее вставлял раньше, да? И там мечи всякие. Ёлы-палы, нифига у тебя тут постройка. А ты говоришь, что моя постройка большая. У тебя, по-моему, побольше постройка будет. Да, в смысле, нет, мне кажется, что у меня одинаково. То что, ну, как, примерно такая же, как у тебя. Короче, смотри, я хотел сделать, короче, Пока со скином, типа, таким розовеньким, вообще красивеньким, но что-то, видимо, пошло немного не так. Что за гитара вот эта, где струны? Это кубик, просто, скажи мне, в смысле, ты что не видишь? Вот серенькие струны. Просто эта гитара, знаешь, как называется? Гитара как? Golden Guitar. О, прям сейчас дурак. Придумал. А вот ты голден дурак, понял? Сам не такой, смотри, я еще, короче, тоже у тебя немного идею скоммунизил, штурки такие красивенькие сделал, прям почти как у тебя, только немного по-минималистически. А у меня лучше шнурки, у меня сандали там. Да просто я решил все-таки у тебя полностью идею не ворвать и сделать вот так вот, короче, смотри. А что это за воротник? Давай ему воротник вот так вот сделаем, смотри, вот так вот. Зачем? Мне кажется, что ты его сейчас как-то немного задушишь, блин. Да что за душу-то? Это же воротничок небольшой. Так воротник у него вообще фиолетовый, держи в курсе, ладно, залетаем. Нифига у тебя тут хата. Так, это что, хромаки? Хата, конечно, огромная. Да, смотри, это, короче, новый вид съемки блогеров. Сбоку. Оп, ты дурак, это что, надо сидеть вот так и играть? Вот так вот сидишь, да, и в профиль, вот так вот смотри. Вот так вот сидишь, и вот так вот себя снимаешь, да? Всем привет, с вами Кубик. Присели, давай, вот так вот. Да, в натуре. Так, смотри, здесь. И как-то одним глазком так. У нас тут комната еще, конечно же, оборудована. Ой, свет нам был. Тут, конечно же, есть кухня, все нормально, вообще, все по кайфу, микроволновочка, холодильник, конечно же, пустой, правда, но ничего страшного. Давай жрать мне, я готов. Зачем тебе жрать? Ты дурак, что ли? Ладно, Бабус. Здесь есть еще одна такая небольшая пасхалочка. Попробуй ее найти. Давай. Я найдем, так. А где она? О! Еще очень внимательно. А, сейчас понял, что ли, да? Да. Мистер Пи! Здесь есть самый настоящий Мистер Пи! И теперь ты из Барли переодеваешься в Мистер Пи! Перевоплощение! Смотри, я качок теперь! Владус, скажи мне, пожалуйста, где твой чемоданчик? Готовься! Нет! Раз! Только не взрывай, Владус! Не надо, пожалуйста! Я не хочу умирать! Черт, по-моему, мои... Ладно, пранканул. Ё-моё, какой ты дурак! Короче, если вам мои постройки и Владуса постройки понравились, обязательно пишите это в комментариях. А еще не забудьте посмотреть другие видео, которые прямо сейчас здесь появились. Ну а с вами был Кубик Нубик и Владус, пока!